Первое мое выступление было в школе, но оно было неудачным. Слезами ушел со сцены, и я сказал, что я больше не буду этим заниматься. Я видел страшные вещи, на самом деле, которые в 9 лет, наверное, ребенок не должен видеть. 3 минуты, 2 минуты, да, какие-то эффекты. Но за этим стоит такой огромный пласт работы. Твой успех на сцене зависит вот от 1000 мелочей. Сосредоточенность. 100% собранность перед выступлением. Я думаю, что каждый профессиональный иллюзионист знает слабую сторону трюка. Нет совершенных иллюзий.